Приветствую, друзья! Сегодня у нас необычная распаковка. Сегодня мы пройдемся по квартире, что-то типа рум-тура, и посмотрим на вещи с AliExpress, которые используются в интерьере или в быту. На эти вещи у меня были отдельные обзоры, если кого-то заинтересует, можете в ссылках в описании под видео посмотреть подробнее. Поехали! Первая вещь с AliExpress встречает нас прямо со входной двери. Это видеоглазок. Все, что происходит перед дверью, мы можем наблюдать через смартфон в реальном времени. Или просматривать видеоархив, кто хотел к вам прийти, когда вас не было дома. Вообще просматривать можно с любой техники под управлением Android, iOS или Windows. Это персональные компьютеры, планшеты или смартфоны. Дальше нас встречает фотообои с AliExpress подсветкой. Она в своеобразном стиле гранж. Подсветка включается автоматически от датчика движения. Датчик движения в оригинале был черным, но как видите, у меня стены белые, поэтому идет процесс перекраски датчика в белый цвет. Очень удобно. Когда идешь ночью в туалет, не надо включать свет в коридоре. Пока мы в коридоре, здесь есть еще вещи с AliExpress. Это 4 куртки. Это Аляска, вернее китайский аналог, но сделано очень качественно. Другая зимняя куртка. Я над ней, кстати, очень сильно глумился, когда делал видеообзор. Я говорил, что она и из какого-то там обивочного материала диванного, там и мягче бурашки, и что, скорее всего, она вся вытрется и не выдержит сезона. Но на самом деле я уже относил ее 2 сезона. И теперь мне стыдно, что над ней так глумился. Я ее носил на работу, таскал на ней вот такой вот тяжеленный рюкзак. И, как видите, плечи не вытерлись. Бывало, что даже в ней работал, куртка все выдержала. Куртка весенне-летняя, милитари стиля. Тоже себя показал очень хорошо, относил ее прошлый сезон. Как оказалось на практике, она даже выдерживает легкий дождь, она не сразу промокает. Курткой оказался доволен, относил ее сезон и буду следующий сезон носить. Куртка летняя, легкая, джинсовая, в таком дичайшем панковском стиле. Не знаю, зачем я ее заказал, я, честно говоря, ее только один раз надел, и после этого мне стало стыдно ее носить. Так она прикольная, со всякими разными лейблами, с искусственными потертостями, как будто она ношенная. Но на самом деле она такая в оригинале сделана была. И теперь перемещаемся в ванну. Здесь нас встречает на бачке унитаза виниловая наклейка с AliExpress, в таком шуточном стиле. Наклейка виниловая, держится уже больше 3 лет. Видите, ее можно мыть спокойно водой, губкой, она не обдирается. Дальше у нас душевые принадлежности. Шланг с AliExpress. Держатель для лейки и сама лейка. Все тоже работает уже больше 2 лет. Держатель непростой, он типа как на присоске. Держится, видите, на таких ПВХ-панелях. И за это время обвалился только один раз, и то, когда сильно зацепил душ. Это машинка для стрижки. Она аккумуляторная. То есть не надо ее включать в розетку. Есть вот зарядка для нее. Эта машинка у меня уже 1,5 года. Заряжал за все это время только один раз ее. Ну, видите, у меня режим стрижки один раз в 2 недели. Стричь-то тут особо нечего. Пошли в маленький коридорчик. Здесь у нас еще одна наклейка. Она наклеена на краску, на эмульсионную, и держится уже порядка 4 лет. Я ее брал не в качестве какой-то идеологии, а в качестве, скажем так, нелинейной графики и шрифта. То, что там написано, абсолютно мне пофигу. Возле надписи можно и фотосессии делать. И также в коридоре на углу закреплена чесалка для кота. Если честно, почесался он только об нее один раз, когда только я ее закрепил. И с тех пор ее игнорируют. Ну, может быть, это и я ленюсь. Там внутри есть такое специальное отделение. Туда надо либо валерьянку сухую насыпать, либо какую-то специальную траву для котов. Тогда не будет чесаться. Но я этого не делаю. Есть еще одна наклейка. Она напротив той. Также наклеена на стену, покрашенная водоэмульсионной краской. Это слова из песни Боба Марли. Теперь плавно перемещаемся на кухню. Сенсорный выключатель. То есть он включается, выключается простым касанием. Нажимаете кнопку, свет выключается, прикасаетесь, включается. Таких выключателей у меня уже несколько. Вот еще один. Включает подсветку. У меня такая здесь декоративная стена сделана.
И он включает, выключает эту вот подсветку. Стенка у меня декорирована под стенку дома. Это якобы внешняя стена. И за окном у нас виден интерьер какой-то. Это тоже фотообоина с AliExpress. Правда, я замучился искать на AliExpress нечто такое, чтобы было бы видно, как будто интерьер какой-то. Но нашел. Единственное, смущает петушок, да. Скажем так, в некоторых традициях он не очень хорош олицетворяет. Ну, будем считать, что... Но если в идеале, то петух олицетворяет бдительность, храбрость, мужество, предвидение, надежность. Ну и в христианской вере тоже он защитник. Ну и на многих католических церквях петушки установлены вместо крестов. Цветы искусственные с AliExpress и зелень тоже, видите, используются в качестве украшения в интерьере. Я сначала хотел сажать настоящие цветы, но потом представил, сколько с ними заморачиваться. Вот, видите, стал использовать искусственные. И, кстати, тоже они уже порядка 2 лет у меня. Следующая фотообоина, вы видите, над диванчиком используется. И в потолке под полкой еще один сенсорный выключатель. Он трехсенсорный. Он включает лампочки, и вентиляция у меня еще есть. Часы во французском стиле. Что классно, они идут бесшумно. То есть нет этого циркания стрелок, специальный механизм. И теперь перемещаемся в комнату. В комнате снова фотообои, ими оформлен целый угол. У продавца есть фотообои с цветами, с природой, но я урбанист и поэтому выбрал вид ночного города. Фотообои подсвечиваются LED-овской подсветкой. Она поставляется вместе с пультом и с блоком питания. Подсветка RGBW, это значит, что она может светить красным светом, зеленым, синим и белым. Различные варианты яркости. И здесь всякие разные комбинации. Видите, можно устроить даже целую дискотеку. А это самая полезная вещь с AliExpress в хозяйстве. У кого много всяких разных кабелей, оценят. Это специальные держатели. Видите, для каждого кабеля свой держатель. У меня уже накопилось столько кабелей, что уже этих держателей мало, надо еще заказывать. Очень, я скажу вам, удобные штуки. Обычно кабель после использования надо скрутить, положить где-то. Либо они где-то в куче перепутаются, а здесь попользовался кабелем и повесил его обратно. И все они прямые, ровненькие, и на виду, и под рукой. Клеится на любую ровную поверхность, а не на двухстороннем скотче. Компьютерная мышь геймерская, как только и не ругали в комментариях, и что она накроется там через месяц, и шнур у нее там переломается. Шнур, кстати, смотрите, какой хороший. Шнур матерчатый и не перегнулся. Мышь уже работает 3 года и даже ломаться не собирается. Я на ней прекрасно играю и всех нагибаю. Занавески Skyline. Skyline – это панорамный вид города. Опять же выбрал с видом ночного города, это Чикаго. Классно смотрятся, они плиэстровые, не выцветают, не выгорают. Единственное, кольца пришлось покупать отдельно, в комплекте они не шли. Сушилка для белья. Тоже полезное приобретение, на нем можно масса всего чего развесить. Есть один недостаток, она немножко хлебковата, видите, качается. Но если развешивать аккуратно, то ничего страшного. Гардеробный тоже очень полезное приобретение. Держатель велосипеда. Держатель крепится на стену. Велосипед мы цепляем за переднее колесо. И велосипед очень компактно хранится в вертикальном положении. Гардеробная принудительная вентиляция. Там стоит вентилятор. И всем этим управляет тоже одна штука с AliExpress. Это реле времени, которое можно запрограммировать. Реле включает на определенный промежуток времени вентилятор и потом через определенное время его выключает. У меня запрограммировано, что через каждые 3 часа вентилятор включается на час. Таким образом гардеробная проветривается, там сухо, там не скапливается сырость, там нету неприятных запахов. И последнее, опять наклейка на стену, только здесь уже по-французски и цветными буквами. Здесь перечислено, как надо себя вести в жизни, быть позитивным, там улыбаться. Ну, меня это не интересует, это у меня просто графический дизайн стены. На этом все. Спасибо за просмотр. Напомню, все вещи, которые вы видели, вы можете найти на AliExpress по ссылкам в описании под видео. Счастливо, удачи! И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.